Сегодня утром я встретил трех человек с головой какого-то бедолаги на копье. Из-за мундира они сочли меня дворянином и потребовали, чтобы я закричал «Да здравствует республика!» Доказал верность нации. Похоже, раздача трехцветных кокард осталась в прошлом. И что вы? Я закричал, разумеется. Вы принципиальны. Жизнь куда ценнее гордости. Но так оно всегда и бывает, когда в правительстве сидят голодные безумцы, а армии начинают командовать кровожадные дикари. Руй. Я хотел отправить его в дальний гарнизон, но, похоже, у капитана весьма серьезные покровители. Он под защитой. Но вы знаете, где его найти? В казармах болтают, что он с отрядом своих дружков собирался заглянуть в большой шатле после обеда. Если с ним что-то случится, мало кому станет хуже. Точно не моей карьере. Что ж, упражняйтесь в красноречии. Не дергайтесь! Ну же, живей! Где комендант? В оба. Свиньи! Сукины дети! Молчать! Тихо! Следите! Бог вам судья! Если дернутся, стреляйте! За это пойдешь на гильотину! Эй, тебе же хуже будет! Благодарю. Не знаю, в каком там ряде, но спасибо. Беги к стенам. Нужно остановить эти убийства. Свиньи! Дамиси! Черт,
Ну и бойня. А с трупами что? Да, забор. Что такое? Ну и доктор, чего мы ждем? Предатели вокруг. Доктора мы костим. Расфуфыренные, ишь. Явно не на воде с хлебом росли. Эй, ты! Можешь умереть? Кто-то там есть. Эй, ты! Я тебя вижу. Подъем! И ты не ждите! Что случилось? Si la garde t'attrape, toi. Не может быть! Я ж на хвосте был! Погоди-ка! Защищать пленников! Смерть предателям! Оттесните их! Да здравствуй, сегодня! Стоим! Не отступать! Эй, Арно! Кто тебя этому учил? Тебе побольше моего досталось. Смерть переноси вперед! А? Только когда противник оступился.
животу. Минуточку. Ну, еще кто? Он на крыше. Молодец. Вперед, наверх. Глянь, комендант, тебе брат пришел. Не хочешь его видеть? Комендант, ликуем! Да здравствует революция! В чем дело? Не любишь свободу? Она тебя утомляет? А, смотри, он же скучает! Тю-тю, комендант! Как же ты груб с братом! Он немного схуднул с последней встречи. О, ты дуешься, комендант? Мне очень жаль, комендант, но мы не могли найти нижнюю часть. Встречи. О, ты дуешься, комендант? Мне остановись! Черт! Не попадитесь на улов! И где он? Вот черт. Кто же тебя так? Он сдвинулся где-то? Вот черт, он был прямо перед нами.
Если вам приказано выгнать нас, знайте, вам придется применить силу, ибо добровольно мы отсюда не уйдем! Командовать — это управлять, а управлять — это править. В том-то и самая суть проблемы. Мирабо? Какое убожество. Да. Франция заслужила лучшего. Что-что? Люксембургский дворец. Рой, заканчивайте, пора. Я умею разговаривать. Отлично, капитан. Мари. Цены на зерно взлетели, великий магистр. Агенты будут направлять поставки в наши порты. Они ждут вашей команды. Слава, голод и ярость вынудят увидеть владык в истинном свете, но не сразу. На это нужен минимум год, великий магистр, а то и два. Собрался! Черт, надо держать ухо востро. Куда он смылся? И где же? Что за... Что-то тут лезет. Лучше в камеру! Не надо! Не надо! Arna?